много задач, которые мы решаем именно на форуме. Это для нас самое основное мероприятие года, потому что мы являемся уже почти 5 лет именно центром мониторинга компьютерных атак, именно коммерческим соком, поэтому более точного по целеполаганию мероприятия для нас сложно придумать. Здесь мы встречаемся со многими нашими заказчиками. СОК – это тот элемент системы информационной безопасности, который позволяет именно выполнить ту цикличность процессов безопасности информации, на которой и строится все эффективное противостояние киберугрозам. Уязвимости, которые не являются архитектурными или не являются они проблемами в разработке или действиями хулиганских каких-то группировок, а которые являются уже элементом профессиональной атаки, которая выстроена одно государство против другого. Крайне важно будет сосредоточиться на серьезных исследованиях безопасности как на уровне и аппаратной платформы, и программного обеспечения для того, чтобы как можно больше выявлять те проблемы, о которых мы сейчас не знаем. Они открыты и очень гибкие. Достаточно посмотреть, насколько прогрессируют взаимоотношения между, скажем так, профессиональным сообществом и регулятором на нашем СОК-форуме. Вот прошлый год настолько был сильный шаг вперед сделать, так тем не менее, в этом году они еще дальше делают, они стали официальным организатором. Я думаю, что он стал больше. На самом деле уже в том году здесь было не протолкнуться, поэтому сложно посчитать по головам. Каждый год мы видим все больше новых лиц, рынок растет, отрасль растет. То, что я вижу сегодня, говорит о том, что на самом деле мы сильно продвинулись, но еще недостаточно для того, чтобы нам уже было все понятно, и мы сидели с ленивым видом.